Помытые высушенные ягоды закладывают в блендер и измельчаем. Ягоды легко измельчаются, так что долго их крутить не надо. Сжали, так пару раз туда-сюда наклонили. Все готово. Вот смотрите, что получается. Вот такая вот густая жидкость. Черная смородина очень полезная ягода. Витаминов в ней уйма, а витамин С вообще выпрыгивает из нее. Но я с детства не любил ее из-за вот этих зернышек, шкурок. С трудом мне в меня удавалось впихнуть. И моя мама вспомнила старый бабушкин рецепт, который я показывал вам. Вот эту вот размолотую в блендере черную смородину кладем в сит и вот таким образом протираем. Один цикл я вам покажу полностью. Вот так вот стараться, перемешивая, каждый раз втирать в стенки. То есть мы получаем протертую сквозь сито мелкая черную смородину. Практически почти сок. Без косточек, без жмыха. Ну, а жмых можно использовать на компот, например. Досуха все равно не протрешь. Ну, индикатор окончания, как я вам говорил, вот жмых легко размазывается по стенкам. Вот, он уже такой полусухой. Но делать варенье я буду чуть позже. Сейчас пока протираем ягоды. Это работа, конечно, для мужских рук. Женщинам тяжеловато будет как следует протереть. Хотя, кто его знает. Вот, все, видите? Все, одна порция готова. Вот таким образом протираем через ситечко. Работа, конечно, нелегкая, но зато руку накачать можно. Так, ладно, я тру дальше, потом покажу, какой получается жмых, до какой степени его надо протирать.
Ну вот, я заканчиваю протирать уже очередную порцию. Протирать надо вот так постоянно, переворачивая, помешивая и стараясь более тонким слоем растереть по стенкам. Так вот, стараюсь вжать стеночки. И периодически, видите, капельки такие вот образуются. Носите. Вот их надо снимать. Так вот берешь, только не ложкой водить надо, а лучше ложку держать на одном месте, а ситом вот так вот. Вот так вот. И стряхивать, чтобы не загадить всю кухню. Черная смородина отстирывается очень тяжело. Вот видите, уже вот уже ломается. То есть практически все. Вот когда шелуха вот эта начнет при размазывании по стенке так и оставаться, вот видите, вот она остается возле стенки. Вот. Прям принимает форму сита, можно размазать. Все это можно уже выбрасывать. Видите, вот, вот комками уже сыпется. Все, эту порцию мы протерли. Можно приступать к дальнейшему изготовлению варенья. Предварительно кастрюльку я взвесил, получилось 900 грамм, там 888. Вот такими весами. Обычные кухонные весы у меня. Теперь взвесим ее в сухом месте. Получилось кило. Кило 8. Ага. Два с половиной килограмма получилось. Идем за сахаром. И, соответственно, насыпаем 2,5 килограмма сахара. Ну, вообще-то помешивать надо, но потом размешаем. Ладно, я уж не буду эти тонкости все выполнять. Делаем варенье по-мужски. На глазок. Аккуратно размешиваем, стараемся размешать, так скажем.
советую дать постоять, чтобы сахар растворился. Но да, я никогда не жду. Вот так вот помешаешь. Минут 5-10. Он расходится. Видите, практически все. Самое главное со дна собрать, чтобы на дне он не остался, не пригорел. Ну все, уже видите, легко. Ножка двигается, а вон есть. Таким образом. Пальчики оближешь. Ну все, пошли перемещаться на плиту варить. Итак, продолжаем. Чтобы сахар сразу не сгорел, ставим рассекатель древний, старинный, но очень полезный в хозяйстве, и ставим варенье. Ну и в тесто надо будет помешивать, чтобы сахар, конечно, не оседал на дно. Процесс закипания. Как я уже и сказал, это варенье называется пятиминутка. То есть после закипания 5 минут. И выключаем, разливаем по банкам стерилизованным. Незадолго до закипания начинает образовываться так называемая пенка. Вот я ее сниму и сложу в отдельную баночку. Дети у меня с удовольствием ее съедают. Особенно тщательно я собирать не буду, потому что хоть и получилось 5 литров варенья почти, но долго оно стоять не будет, уходит очень быстро. С творогом, с сырниками, с блинами совсем идет. Так что до Нового года точно она не доживет, хотя уже не первый раз парю. Все, считайте, уже закипело, процесс кипения пошел,
Как видите, даже газ немножко убавлен. Вот, засекаю 5 минут, через 5 минут выключаю. Вот чуть-чуть отвернулся и уже чуть не убежало все. Надо убавлять газ как следует, снимать пенку. Так что особо не отвлекайтесь, когда пойдет процесс кипения. 5 минут лучше постоять около кастрюли. Одну баночку пенкой заполнили. Заполняю вторую. Предварительно ополоснув кипятком, чтоб не лопнуло.
Ну, практически все снято, особенно тщательно. Можно не пальчики оближешь. Ой, прелесть. Вот и все. Теперь можно стерилизовать банки и разливать. Как разливать, сейчас покажу, кто не знает. Берем предварительно простерилизованную баночку. Ошпаренный кипяточком половничек. И начинаем заливать. Не вздумайте заливать в холодные банки. Лопается сразу. Да, варенье уже можно выключить, потому что оно уже темнеть начало. Для того, чтобы не сжечь руки, лучше использовать тарелочку. Сейчас я тарелочку возьму какую-нибудь. Вот так вот. Руки будут целее. Так. Надо два. Закрываем. Закручивать лучше с помощью полотенца. Вот примерно вот так вот разливаем остальное. Спасибо за внимание. Приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал. Иногда снимаю что-то интересное.